Аньосео, и приветствую вас, дорогие любители Азии. Сегодня с вами пойду и с моими коллегами в прекрасный винный паб. Ну что, готовы? Тогда поехали! К сожалению, в этом замечательном пабе винном-шампанском-немножечко виски и бренди была на огромном просто волюме АП музыка, то бишь авторские права. И большую часть всего вы просто не услышите. И было очень обидно, потому что мы играли в игры, которые выиграют корейцы, когда они идут тусоваться. Ну, конечно, более такая гламурная версия для особо одаренных и явно закончивших институт. Но я попыталась в этом даже поучаствовать. И у нас Замзамыч открыл впервые в жизни бутылку шампанского. Господи, я это засняла. Yes.
Спасибо, что были с нами, спасибо, что дотерпели до конца этот замечательный быстро музыкальный влог. Не забудем подписаться, поставить лайки, поделиться своими впечатлениями о том, как мы гламурненько провели корпоративчик. Оставляйте свои комментарии.